благодарна тебе, Сос. Фапута вас всех не простила. Братья и сестры Фапуты, вы глядели на нас голодными глазами. Не прощу. Всем здравствуйте, всем привет, дорогие друзья и зрители моего канала. Переходим по ссылочке в комментарии, не в описании, в комментарии. И смотрим сногсшибательную серию на полтора часа, созданной в бездне. Я просто в шоке от этого аниме. Это какой-то просто масштабный расстрел эмоций. И, собственно, что там было с Фапутой, что там происходило, какие эмоции это у меня вызывало, все это вы можете поглядеть по ссылочке в описании. Так что, Макс, спасибо за этот заказ. Надеюсь, всем, кто будет смотреть, понравится моя реакция. А я пошел, потому что это шедевр. Надо передохнуть, надо прогуляться, потому что после такого шедевра гулять это... Точнее, не прогуляться, это будет грехом. Надо сходить, освободить эмоции, потому что это жесть какая-то была. Щух! Пау! Макс, спасибо за заказ, обнял каждого. Здоровья, конечно же, не болейте. Покедова.